впервые реально столкнулись с такой грозной ночь силой, на 26 апреля, какой является ядерная то, что было энергия, нашей гордостью, вышедшая стала из-под адресом контроля. Нашей беды. Все учитывая вы знаете, чрезвычайный и опасный характер беда. Того, что авария произошло на Чернобыльской атомной электростанции. Политбюро взяло в свои руки всю организацию Она работы, затронула советских людей, ликвидации аварии, ограничению международную ее последствий. Общественность. Встречай, пожалуйста. Все посыпалось, все разваливается. Я вже синути не мог ні то йти до тебе. Скільки ж не була, скільки ж год не була, не бачила ж тебе, і дочекаю. Ти знаєш, як йому больно було. Ви не можете того посидіти, так? Він і не плакав, і не стонав, а тільки за косяк, оце за, а отак кров ішов. Ще квартира закрита, синок, хіба тебе тут немає. Синочку, мій синочку, я тобі гостинчика принесла. Боже мій, дай Господи, Царство Небесне йому на тому світі, що ти спас людейський синок, що ти не пощадив своїм здоров'ям. Он говорил, мне нравится. Я говорю, Ленечка, тебе нравится? Я говорю, мне нравится эта работа. Я говорю, ее люблю. Они говорили, что, мол, он молодой специалист, он вот допустил ошибку. Ведь он же выполнял то, что ему свыше говорили. Ведь он не сам выдумывал, да начинал это. Вот так он уверенно говорил, что он может выжить. Я говорю, выживу, мама. Там врач была еще, терапевт. Я подойду было, спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вылечите мне сыночка. Ведь у меня он один, никого больше нет. А она мне отвечает, чтоб жить, надо иметь кожу. А в него, говорит, ее нет. Как же их жило там? Они же... горели от кости, то огонь шел от кости кверху. Вы знаете, что я там увидела? Вот это было все забинтовано, вот так, забинтовано. А отсюда отвалилась вот эта сукровотница, и вода болтыхается. Вот, вот здесь болтыхает, вода болтыхается. Я ей кажу, вы знаете, что обрежьте волос немножко Лене. А Леня услышала и говорит, а зачем, мама, зачем? Я говорю, да чтобы они не мешали. Вы знаете, он в шапочке лежал, он берет вот так волос и ложит передо мной. Все забыли уже, вы понимаете, все забыто уже.
никто же не вспоминает, что они спасали. Они ведь, если бы не они, так я не знаю, Украины бы не было. Да не только Украины, всех бы не было. Да я даже вот одна осталась. Да кто-нибудь пришел, да никто, никому не нужны мы. Сына забрали, сына угробили, и никому не нужно. Даже вот не спросят, ну как же ты там? Ты же одна осталась, а тебе уже 77 год.